Тест, тест. Приветствую, друзья, из солнечного Израиля. Так, а где у нас самая ближайшая цель? Не знаю. Слушай, я давно здесь не летал. Слушай, а меня не кикнут сейчас, без ознакомительного какого-то полета, если полечу? А тебя пустили? Ну, сижу вроде. Значит, все нормально. Так. А, ну, слушайте, они, наверное, дымные, наверное. Я понял, где. Помнишь, где он замочил его? Туда пойдем, туда. Не помню. Вау, у меня жопа. Ну, в смысле, у меня солнце начало светить в окошко. Сейчас я вернусь, закрою эту жалюзи. Сейчас, секунду. Так, я тут. Господа? Да. Я тут. Ага. Все-таки сыто. Назначь кнопку для сброса. А, сейчас посмотрю. Она назначена. Сейчас посмотрю, на какую. Ага, нашел. Все, нашел. У меня нормально все. Все-таки у меня солнышко светит в некоторые щелки через жалюзи, и возможен спецэффект, что я с ума сойду в полете. Ну, я вчера попробовал полетать днем, когда солнце светило. Жесть. Мне пришлось триггер отключать. Ты еще солнце не дорвался? Ты взлетел, что ли? Нет, стою. Тут три, да. Трое взлетело. Распяти все. Красиво пошли. Что-то. Да, это руление. Ага. Это вроде рядом по... А, вон он. Здесь нет этих вихревых возмущений? Нету. Ну правильно. Я что-то вначале порадовался, а потом, когда насладился всеми прелестями, там перебор. Ты побежали? Погоди, чек-лист. Сейчас проверю на всякий случай. Ну, все, готов. Пошел.
ты, ёпта, ты насрал. Ух ты, да? Жесть. А я рядом. Через лево, наклоняюсь. Да-да-да, давай через лево. А то я близко к тебе шел, я даже чуть вправо отошел, потому что что-то мы груженые, а я давно не взлетал. Я потому через лево и пошел, испугался. Слушай, а я еле-еле оторвался, я забыл, что он такой тяжелый. Я что-то на сотке уже думал, сейчас начну взлетать, а он нифига, летит и летит. Что, на 2700 ставим? Да, на 2700. 46. Принял. А справа сзади. Слушай, первый пока впечатление, вот пока первый, прям прикольно. Ну, обычно первые впечатления, они не обманывают. Пару дней привыкнешь, а прибыль, блядь, по кайфу. Солнце в глаз пробивается. В правой. Или где? Что-что? Через жалюзи. Они же не плотно, там есть щелочки, вот через некоторые щелочки прям в глаз светит. Просто если это зайчик попадет куда-нибудь в район трекера, то есть отразится, то будет весело. Давай чуть наберем, у меня сигналка орет с недуром. Ты уже заработал она? А я ее включил еще на исполнительном, еще только на руление, скажем так, и она прогрелась быстро. Реально, вот я сейчас хоть более-менее экран вижу, но лишние там дюймы, сколько, 7 дюймов, ощутимо влияют на комфорт просмотра. Поставил на стол, ощутил кайфуху? Ты большой. Ну да, я вот сейчас сижу, то есть экран нормального размера, но надо еще больше по-хорошему, потому что я сижу 1.5 метра далеко. Потому что иначе у меня рука будет изогнута, рус неудобно держать. А что я с бомбами? Так, где-то у нас на территории, вражина. Смотримся. А как? Как ты узнал? А вот надпись. Я чудо такое. Герман. Все немецкие поезда уничтожены. Вон это. Да. А на стриме как ты это? Ты ж не увидишь. Так и раньше у меня такое же было разрешение. Больше в размер. Да, в дюймах просто. 32. Ну 31,5, просто округлим уж 32. Я, блин, не знаю. Я вот пробовал телевизор, ставил 42 дюйма. Слишком большой. Я ставил телевизор, сколько там, 43 или 45, я уж не помню у меня. Вот это вот ништяк. Сантиметров у меня диагональ. Это я говорю, я, блин. Ну я, блин, полетал сколько, полчаса, блин. Так там мне не понравилось. Я вернулся на второй полетел. Ну, кому что. А телевизор не совсем предназначен для, скажем так. Да понятно, отклик меньше. Ну, а в принципе, картинка та же самая. Да, мне понравилось. А хоть резво отклик, а так все то же самое. Не знаю. Мне понравилось, если честно. Кому-то нравится, да. Вон Олег летает. Да он и ничего не видит. Так он ничего не видит и да.
я не знаю, как у него настройки, наверное, какие-то херовые, потому что Малер, по-моему, на телевизоре тоже летал, говорит, блин, да, чем больше пиксель, понимаешь, там ты точно их там лучше. Да, я там. Я ставил телевизор большой, Олег, свой, короче. Я полетал, вот полчаса, может, час. Контакт слева 10 часов. Там видно вообще прекрасно. Высота какая? Твоя высота налево на 10 посмотри. Это наш, скорее всего. Привет. Да. Видишь? Вижу. Пока не распознал. Похоже спита. Очень большой перед мордой, это как-то мне не понравилось. Это надо дальше было, может, дальше сядешь, может, тут комфортно будет. Это надо было мне джойстики переставлять, чтобы это понимать. Да, это спецфайл. Вы на каком сервере? ЛВД. И ты отстал. Вот смотри, Сапсан сейчас посмотрит. Вот у меня режим 46-2700. Вот прям вот четче некуда. Посмотри, какой режим у Олега. Я сегодня отрываюсь. Покажи свой режим. Смотри. Даже увеличиваю. На паузу поставлю. Может быть, из-за того, что я осматриваюсь и меня, ну, немножко ручкой дергаю. Я видел, да, взял. Ну, потому что я посмотрю туда, посмотрю сюда, я немножко изменяю ракурс. Ну да, из-за этого, наверное, оттормаживаюсь. Я не вижу никакого увеличения. Ну, подожди, еще я. Что, у тебя полчаса задержка? Да секунд, наверное, 20. Олег, я тебя профукал, я что-то думал, что я тебя вижу, а это оказался дым. Пока осматривался. Где-то у него примерно лежит. У кого? У меня? У меня 2700 ровно. Ну вот. Говорите. Режим двигателя. Далее, Миш. Ты где? Я профукал. Значит так, я смотри, как летел, так и летим. У меня дым на 10 часов, моя высота 6300. Ты высоту скажи. У меня 8. Ага, понял, ты нагреб. А я тебя на моей высоте. А, все, я у тебя слева. Сейчас подойду. Что-то я смотрел, пока осматривался, смотрю контакт. А это, оказывается, дым потом прорисовался. Да, ничего, где-то. Сейчас сигналка сработает на меня, если что. Ага. Я под пусом у тебя. Давай, я пока смотрю вниз. Блин, напугал точно сигнал. Ну я заранее сказал. Это наш, наверное, зима должна быть. А, нет, еще рано. Мне кажется, паровоз тоже цель вам горит. Я думаю, еще они у штурмят постоянно. Я главное посмотрел, не почитал, А, да, но я особо насчет этого не парился. Я и раньше Б-29 не смотрел. Нет, красиво делаем самолет, очень красивая модель, но, блядь, они летают, стреляют, какие-то. Вообще как-то не так было. Сейчас я вот ролики посмотрел и потом включил Б-29. Да, меня больше впечатлила Жужа 88 из ролика, по крайней мере. Жужа торпедоносится, пусть это. Бостон. Так, да, так, вернемся, вопрос к режиму. То есть у Олега был больше, да, не 2700? Больше. Ну, чуть-чуть, где-то 710. Ну, у меня на оси, да, может, где. Ну, так у меня тоже на оси. Но я четко ставлю. Я даже, я всегда... Ну, у меня видел, да? У меня вон, видишь, как четко все. А я Сайтековский сделал, у меня так тоже не было. Блин. Где-то на месте. Где-то на реке. Ты вниз, что ли, пошел? Не-не, ну осматривайся, Миш. Ты смотри за воздух, я вниз смотрю. Ага, ну да, я так лежу. Просто ты чуть-чуть сместился с той позиции, я тебя почти профукал. Ты сзади, да, может, не видно? Давай, ищи, ты чистый. Высотки по нам бьют уже, смотрю. Нет.
А я не вижу. А, ну, понял, да. Что-то далеко они. Ну, на твоей высотке. Где-то вот реки, блин. А где мы не видим? Ты по карте можешь меня сориентировать, где это хотя бы? Это квадрат, вторая река, квадрат 73. Прям 73 так и называется? Не, ну там буквы какие-то еще. Вот это первая река, что я рисовал, блин. Где вторая? А, вон вторая, блин. Мы еще не долетели. Я нашел 73, но сейчас, если ты нашел, то все, я на тебя полагаюсь. Блин, ну все ли там не вижу. Одна река, вот вторая. Включил гироскутер. Да как мне на 101 полетать? Согласен. Там же тоже будет экипаж. Олег, Олег, ты нет? Значит, говоришь? Слушай, я тебя опять профукал, пока смотрел. За изгибом должна прямо на землю быть. Изгиб реки. За полтину. Изгиб реки. Изгиб. От нас изгиб. Не на нас, а от нас. Должна быть на землю. Я не вижу их всего. Я реку-то пока не пойму, где ты нашел. А, вот подо мной река, город. Изгиб. Я у тебя слева. Чуть выше. Вот где-то здесь наземка должна. По карте. Тебя вижу, сейчас посмотрю. А, так она на краю города. Вот я над городом не вижу. Сейчас, погоди. Так это вот завод же, походу. Да, ну. На земле так, подсвечивается. Подсвечивается дымом. Так вот, Factories. Factories — это завод. Да. Странно. Ну там, да, никаких укреплений, ничего да, нет. На земле подсвечивается дымом. Хоть пускай сидим еще. Вообще вот, ну, на завод кружок стоит прям четко. Да давай бомбанем это, посмотрим, поможет, нет? Давай. Ну ты первый. Раз, ребят, закрылочки боевые. Где была эта кнопка? Понятно. Я пошел, Миш. Давай. Трубой. Здание с трубой. А вы что, завод бомбите? Ага. Производство наркотика? Да. Масок. Брос. У кого, у меня? Тут взрыва не было. А точно все взвел? Да. Сейчас смотри, давай так, я пошел. А не без этого, без одежды. Пошел. А просто куда-нибудь кину.
Они вверх взрывать это будут. Олег, а ты выбрал бомбу? Вниз. Вот у тебя взорвались, да. Ну так. У тебя рокет стоит, выключатель вверх, наверное, блин. Покажи. Смотри. Смотри, что он там. Ну, ввел, но не выбрал, блядь, по-моему. Ну вон же, вниз, влево. Вот надо выбрать и это. А варм взвел левый и правый? Да, вниз. Они выбрали. Да. А какой кнопкой бросаешь? Точно? Ты, наверное, не ту кнопку нажимаешь. А ты где, пожалуйста, подойди посмотреть. Я что, пулемет? Ну, я над целью. Я отбомбился, сейчас набрал высоту. А ее не видно, если крыла, по-моему, когда высовывается, по-моему, видно. А, бомба, в смысле, сошла или нет? Давай так, я смотри, я сейчас ракетами туда отработаю. И смотри, куда я буду. Я буду выходить в левом, скажем так. Газульку убрал, я пошел. Я сразу все выплюну. Надо. Да вы посмотрите, там вам статус записывается что-то или нет? Да нам пофиг. Да нам просто... Ух, красиво, да. Вверх пошел. Попал. Да не, я не за то, что там... Ну просто, действительно ли это является целью или нет? Нам, да нам просто пофиг. Я его сейчас подойду. Смотри. Нет, вроде бы еще пролети поближе. Есть бомба? Что-то у меня все дрожит, да вроде нет. Да пойду, да, ракеты выпнула. А чё же они не взорвались? Может, ты не взвёл действительно взрыватель? Нет, ничего. Разворачивай бомбу, чуваки, да, тебя и всё. Может, давай. Чтоб она взвелась. Давай, а то дым, сейчас эти народы придут. Давай, отработаем и назад. Нет, там мгновенный взрыватель, там даже если ты будешь на стоярке, я вроде что подорвёшь. Да ты чё, даже так? По-моему, так было, я тебя задумал. Ну где-то я взрывался там, не помню, на каком самолёте. Случайно нажал бы эти видео на воду. Там контакт не проводится. Ну да, вот. Я бак переключил. А я нет. Я тоже. Там уже холостые бомбы взял. Чем? Подвоит у всех. Куда зайти? Я то кину три ангарчика. Попробую. Давай. Не попал, а обалдеть. Такой большой недолет. Так, ты где, я не вижу. Сзади, справа. Да я далеко. Я на целью сейчас. Но я тебя вижу. Пошли назад тогда, да? Режим. Даже и то вон что. А, блин. Выхожу. Да ты чё, на 2700? Ну ты... Да, 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 да. Ты так двигло убьёшь. Так, ну это явно не цель, нам ничего не спасали. Ну, да, она прикрыта была. Просто давай сейчас сядем, ты мне скажешь, какой кругляшок, и тогда вместе будем туда лететь. Или сейчас можем слетать, пока легкие по разведке. Цели, они подсвечены дымом. Вот можно спуститься и посмотреть, где они находятся. Либо да, может быть, как-то надо начать где-то. Пойдем спустимся? Ну, давай. Давай. Просто давай. Пока, да, с тобой.
Просто пока легкие, мы еще покрутиться можем или уйти можем. Где-то здесь день ровно посмотрели. Смотри, я тебя сейчас обгоняю. Я удержусь и попытаюсь. Вон он далеко сзади, он сзади. Видишь? Нет, или я за тобой смотрю. Завод, а, понял. Видишь, у тебя в строю летают. Вот. Вижу, ага. Давай влево. Давай. Блин, этот звук. Вот еще две у нас, видишь? Ну иди домой. Давай. Это, скорее всего, наш. А, вон он, далеко. На изнанке. Посмотри на 9 часов под солнцем слева. Ты им видишь? Да. Это есть на земле. Ну пошли, сходим. Пойдем глянем? Да, пошли глянем, запомним ориентиры. И оттуда уйдем. Да, даже мы пулеметами, может, отработаем. Там зены злые? Да, ну, поработаем же. Ну, мы вдвоем, один будет отвлекать, а второй работать так попроще. Не справа сзади. Повыше подняться, чтобы следить ориентиры. Что-то я дым уже не вижу. Да, вот выше. Меня видишь сейчас? А, вижу слева, все. Да. А почему не стреляет? Может, это наша? Нет, не должна. Ну, тут а зеленая. А зеленые, красные дымы кидают? По-моему. Так, давай я сейчас спикирую рядом, не на нее, а рядом. Посмотри. Слушай, ну я близко прошел уже. Наши. Может быть, не знаю. Да явно на дне она обстреляла бы. Может, сломалось что? После патчи. Не нос. Пускаюсь. Это вот Герман Трупс, да, на карте, кружочек. Давай. Это танк. Немецкий танк. Слушай, ну вроде да, немецкий. Почему, блин, стреляют? Да сломалось, наверное, обновление что-нибудь сломало. По машинке есть шмальнуть. Видишь того на машине? Да. Захожу. А, стреляют, стреляют, проснулись. Блин, разбудил.
Ага, все. Давай зайду тоже постреляю чуть-чуть. Падаю. Бля, ты вдоль колонны идешь, да? Угу, да, лупит. Там этот СДКФЗ 232, по-моему, лупило. Я одну стрелялку увидел, сейчас попробую ее отработать. Тоже опять на колонну. Вот, она застреляет. Сейчас я по ней отработаю. Ой, вторая проснулась. Так, да, это машинка. Не, это БТРчики стреляют. Тоже вижу одного на дороге. А такой? Такой. Вау. Слушай, совсем не стрелял по этой, по наземке. Да, они ездить начали. Они поехали, нифига. Убил одну стрелялку. Да, ты крут. Я знаю. Так, здорово. Убил. Подожди, еще на одну стрелялку. Ай, пробили. Вау. Там еще что-нибудь есть? Кто-то стреляет, да. Но я не видел что-то. А мы сейчас встречались. Ты бак прилетел? Нет. Посмотрим. Так, беру стрелялку в центре поля. А я нет. А, во-во, все, увидел. Блин, не туда зашел. Да. Нет, стрелял. Это... рядом с крайней машиной, куда в колонии стоит. Дойдешь, да? Ну, смотри, если ты, то ты первее. Так, у нас контакт со стороны моря, вражеской базы, наша высота. Не пойму, к нам от нас летит. Ну давай, по заходу домой. Там зеленая трасса, слушай, да, и надо это уходить. Заходу домой. Да, 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 хорошо. Я захожу тогда на зенитку. Ой, это на машине, которая рядом. И ладно, который чуть подальше в колонии, чтобы не толкаться. И правым уходи. Правым. Правым. Нет, нет, правым, правым ухожу. Перед тобой? Да, вижу. Ну не совсем, ну да. Валим. Давай, да, уйдем. Да, пока. А, да, надо переключить. Надо, кстати, назначить кнопки на переключение, а то я так это времени потеряю. Слушай, ну сейчас тут дымоган такой, я думаю, найдем. Ну, я по карте помню, где это относительно дыма, да, да, да. Ты ведешь. 800? Да. А, не 46. 46 КВ. Какой был надув-то? 50. Блин, ты точно убьешь так движок? Почему? Ну потому что у него вспышка чуть раньше, чем верхняя мертвая точка, то есть... Я сейчас 3000 дал, я тебя догоню. То есть получается так, что у него вспышка идет, а в момент взрыва этот поршень идет к верхней мертвой точке, условно говоря, можно клина словить. Что что? 2700 не обороты были. Но... и 50 АК. Ничего страшного, 40... так, так это 2746, 2750. Ну, просто там небольшая погрешность, но если так это пошутить, дать уже, ну хотя бы. Я за тобой иду. Блин, ну ты оторвался, наверное, 700 метров до тебя примерно. Сейчас догоню. Ой, ты влево пошел? Я змейку делаю. Ты иди прямо. Хорошо.
Но я разогнался, у меня 350. Справа. Постреляю. Доставь 3000, сейчас быстро долетим до этого, до базы. Давай на 3000 дойдем. А мы уже подлетели. Ну так вот, можно газануть. Но мы садимся на тот филд, на свой, нет, или нет, здесь? Нет, нет. Здесь. Давай. А здесь вот этот филд. Не чужой. От которого я лечу здесь. Тот, который на час? Который подо мной. Да, да, давай на час. Вот на 12, видишь, филд как раз полоса, давай туда сядем. Ну вот, на берегу прям. Да, 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 я туда иду. А, давай. Да. Я тебя постоянно не вижу. Это я привычка вижу от мессеров, да, я за тебя. Привычка, наверное, то, что на мессере летал все время, под пузо прячусь. Бразовую тягу? Да, давно пора. Боевые. А, вот, вижу тебя. Я у тебя под пузом, под носом. Да, я вижу. Шасси. Пошли. Я тогда налево. Да? Давай, я направо. Ты не сорвал чеку, Миш? Нет, а надо? А на этих же будем, да? Да, ну как, да, можно. Езжай справа. Что-что? Справа съехал. А, принял. Ну я к тебе сейчас подрулю. Там вроде в морду никто не садился. Олег, ой, Олег, Жень, ты здесь? Да. У него нормально тумблеры были взведены по, это, по бомбам? Ну, я в самом начале смотрел, когда он их взводил, но вроде он вниз их опустил. Блин, ну тогда не знаю. Не знаю почему. Это ж там вниз введение бомб, а вверх это, по-моему, распыление этого реагента, да? Ну, наверное, не помню. Сейчас смотри стрима, Жень. Ну я смотрю, у меня я наверху. Не наверху. Не забудь да, ВПУ и топливо. Залить. Да, все делаю. Покажи, блин, это. Хорошо, панель. Ручку в сторону. Ты исключил. Ты крутишь головой, я нихуя не вижу. Панель, приблизь, Олег. Уже, уже, сейчас. Тормозить же. Это слишком.
А, во. Так, блядь, они у тебя не в центре стоят, случайно. Мне отсюда так плохо видно. В смысле, не в центре? Не в центральном положении, ох. Там... Внизу, 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 внизу. А, ну внизу, значит, все нормально. Вот, поднимаю. А вот опускаю. Все правильно же? Ну, сейчас дойдет, посмотрю. Там три трехпозиционные переключения. Да, 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 да. Самая нижняя надо. Блять, а вот этот еще выключатель Delay Inst, я забыл, для чего он, блядь, который под взрывателями бомб. Мисс, ты его не трогал? Правый внизу. Delay. Еще раз. Включатель Delay Inst. Это, по-моему, по ракетам вся панель. Ну, он в инстантли стоит сейчас. Это взрыватель ракет, вся эта панель. Кстати, надо этот сбросить резет. Вали там вниз, положено, да, взрыватель бомб. Не забудь этот кругляшок по ракетам влево крутануть, ну, единичку поставить. А мне сразу стало единичка. А он автоматом становится, только заряд. Да? А чё, меня не заправили? Несекальные. Да, у тебя нет ни бомб, ни ракет. Блин. Может, я прослушал, они не сказали, квитанцию мне. По счету не оплатил, наверное. Refueling complete. О, бомба есть. Ракеты. Сейчас, погоди. Что, кто будет завтра яйца набиться? Так, даже из-за того, что яйца наделали, никто за ним не придет. Что у тебя все есть? 26, ты у нас затянешь. Погоди. Рядом с нами, да. Так, а что это покрутил, что у меня прицел стал еле-еле гореть? Там слева регулятор. Яркость прицела слева, Олег. Типа где? Слева от прицела. Там крутил ходил. Тут уж я не помню, но там она где-то. Ты же как-то ее покрутил. Тут я когда открывал окно, тут я зацепил. А у тебя это, блин. Для генератор выключен. Второй тумб. А, точно, точно. Ты его ушел. Наверное. ПВД и подгрузка, соответственно, первые 4. За эту бомбу не взорвалась? Причем тут это? Ну, положено включать. Обогрев ПВД всегда включается. Так, ну что, там, Миш, готов? Нормально прицел светит? Да, сейчас нормально. Погоди, я скажу. О, нормально поставил кругляшок. Теперь тумблер прям четко могу поставить. Найс. Блин, где-то над нами чуваки летают, смотри, где набьют. А, вон он. Блин, на заходит, что ли? Олег. А. А ты час, так бомбился? Подожди, ты бомбился вот как сейчас? Да. У тебя ПТБ висит. Не все бомбы, что ли?
Это баки. Да ты чё? Охренеть. Блин, точно. Они же нарисованы. А как? Ну, ты просто выбери из выбор подвесок, там прям есть хвар 6 М64-2. А ты фьюил, что ли, выбрал 75? Да, 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 да. То есть ты думал, что 75 больше, да, чем 64, больше бомба. Блин. Я напалом заливал, да? Да, ты пошутил. Ты их снабдил бензином, кстати. Во, блин. Заливаю. А если бы стоял рядом, я в прошлый раз бы заметил. И сейчас бы я бы не увидел твои эти баки. Я бы тоже не сказал бы. Они тут видно другим или как-то? Тут что, видно же, что бомба, а что это такое, блин, яйцо такое вытянутое. А. Ну это же сразу видно. Надо контролить, слушай. Ну, видишь, моя бомба какая, с крылышками, ну, такая, да, аккуратненькая. Ну, а у тебя... Сейчас... А, я тебе сейчас покажу. Смотри, как выглядит, господи. Сейчас повешу. Олег, ты там хоть стрим не ведешь сейчас? Веду. Кошмар. Кто тебе явал подумает с ДМК? Он, наверное, так обо мне мнение плохого. Конечно, получше, чем о тебе. Ну да. Слушай, не помнишь, какую перегрузку Мустанг выдерживает? А то я тут семерку я выжал. У тебя сколько? А где? Значит так, справа, где указатель этот давление, температура. Кстати, мы и перегрелись. У меня перегрев идет. Блин, надо. Пока стоим, надо выезжать, да. Не, надо 1000 оборотов было дать, чтобы это охлаждение было. Ну ладно, попробуем. Значит, не, вот... баки, я вижу, баки меняй. Видишь, да? И где это? Видишь, да? Где температура, там слева указатель, акселерометр. Ноль. Три стрелочки. Ноль. Да, да. У тебя сколько? 12. 12. Ну да, а стрелка самая нижняя сколько? 12. 12? Да. Ты 12 же выжил? Ну, наверное, если 12. Самая нижняя, 12. Ой, блин, я уехал. Я не забудь, поменяй. Да, сейчас надо было на паркинг брейк поставить, блин. Забыл. Засмотрел, заговорился, точнее. Да, Олег он такой. Подкоголосый. Не, серьезно, блин, обалдеть. Я так постарался поаккуратнее, то семерку выжил. Что, молча сверху 12 прыгнуть? Вот у меня, видишь, сколько? Да я вижу. Че, 12 у него? Copy. Обалдеть. Сказал. Ты сбрось ее, Олег. Как она называется? А там кнопочка, нажми ее на нее, подержи внизу. Слева. Вот под как раз под дельт. Цифра 12. Все. Просим. Я собаки еще. Все. Сейчас буду перезаряжать. Вау! Блин, я топливо стольник налил. Ёпарасоте, что я делаю? Сейчас повесить. Да, так, вот так, 12G. А мне хоть бы хер. Глаза полопались, а сам целый. Ну, только время, 12G, наверное, можно. Для пилота. Это тренированный пилот. Обалдеть, я правда сутку заполнил. Блин, сейчас сливать будем. А он быстро сливает, напрочь, там мало. Это 727, сколько заполнил. Да, 727 и в 15 можно чай пойти пить. Кстати, я чай не попил, секунду.
ну ёлки-палки. Где они все? А, 2, 3, 6, 8. Стримы смотрят, наверное. Кучерявые у меня на стриме, наверное. Ждут, когда ты отзовешься о них, хорошо. Чтобы просить тебя. Блин, мы сейчас перегреемся точно на взлете. Rearming complete. А микрофон отключил. Я говорю, 1000 поставь и все, я готов. Я буду стану с правой стороны. А, в смысле, я теперь первый, что ли? Да, да. Я застрелил, хочу посмотреть, где я. А нет никого заходящего. А тут никто не заходит, кроме меня. Тут только безбашенные садятся, убивайся. Слушай, закрылки надо выпустить на всякий случай. Ну да, я на боевую взлетал в прошлый раз. Пошел. Полтинник дал. Болтанул что-то, я тебя потерял. Я горизонтально катился. Я перед тобой. Блин. Шасси закрылки убрал. Так, ставлю 2700 плавненько. Режиме. Ух ты, смотри, я уничтожил какую-то вихицу, только сейчас написали, представляешь? Да. Офигеть, это что такое, да, там? Наблюдаешь, да? Да, не знаю, правда. У меня обе установлены ROS. Ну, ты на ботх взвел, да? Да, и вниз обе. Ну просто в прошлый раз все нормально было, только баки. Закидали баками. Так, вижу этот дым и наши дымы, где мы там долбили. Он у нас примерно на 11,5 часов. А там что-то атакует кто-то. Я боюсь, сейчас тут кто-нибудь прилетит там. Это может прийти. Запросто. А мы его забаним. Ладно, забаним другу. А, значит, ты уже ошибался там, да? Я там вас уже час жду. А мы чай пьем. Ты его забанил, что ли? Нет. Ну, пока еще нет. Нет, я на это не способен. Пока что. Да. Топсан, наверное, забанил, да? Нет, я на это пойти не могу. Я тут настрой как лазер. Я же, блин, винду переставил, а все профиля, что настроил на реактиву, не сохранил, блядь. Вау! Вот попадос, слушай, я помню, ты сколько настраивал. Я говорю, я думал, что-то мне казалось, что я их сохранил, если я текал все профиля. Потом полез, а там все старое, думаю, ёпт, ты мать. Это же F-16, F-18, ТСМ, ой, как... Забыл уже, как это все. Кстати, Женя, Женя, их опять же самолеты дадут. Че, будем летать с тобой? Да, целый месяц же. Да, да, я хочу китайца помучить. Целый месяц можно, да, так, теперь дадут все модули.
Ну, у меня-то только китайцу пока вопросы. Так что, Андрюха сам ушел, что ли? Или его перейдем пока? А, я не знаю. Ты а чё? Я нет. Ну а чё, он и так знает, куда мы летим. Тут так, как бы... Значит, у меня вверх тянет. А высота? Ты, наверное, тримернулся. Я убрал его. Вот, я чуть-чуть триммер дал, меня тоже вверх потянуло. Сразу же. Слушай, на час не вижу. Ну сейчас да, выровнялся. Лучше китайцы не дадут. Блин, гады. А ну что дадут, то будет низкий. Гады. А, кипазорные. Уже акция выйдет, да нет. Китайцы только. Ну тогда. Тогда. Олег. Так, они что-то на тему уже. Я не вижу его. А, точнее, еще подвис вот так. Я тебя не вижу. Блин, где-то под нами, наверное. Скажи, Скай, точно будет адмирал Кузнецов в этом, блядь, ёбаном авианосце, по факту в этом? Да. А, хорошо. Я его только ради Кузнецова и взял. Не, следи прямо, чтобы ты не потерял, ладно? Да. Где-то под нами. Так, по горизонту иду, выравниваюсь. Я вчера. Это вчера, по-моему, да. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Что такое, блин? А, все, нашел. Миш, на час. Короче, он напишет 600 рублей обошел. У нас сзади зеленая ракета была. Зеленая, вот. Это чужой, да, мы прошли. Вы на современных, да, там летаете сейчас? Нет. Чем Мустанг? Мустанг. А, на Мустангах. Я тоже сегодня что-то на Мустанге вылетел. Миш, на два. А, мне на Саванге. На два что? Я у тебя на 3, а Земка на 2. Блин, я думал контакты, я контакты ищу. Видишь на Земку? Ну, я там видел дымы, сейчас найдем. Меня найди, я у тебя на 2. Да, я вижу, я вот сейчас под пузом у тебя пройду. Нет, не под пузом. Давай. О, сейчас и на земку, и тебя вижу, все вижу. О, а здесь... Так, меня зазвенело, это ты? Это я. Сверху заход. Точно ты? Это я сзади тебя, я. Ну что, пошли бомбы кинем. Сейчас я кинул, знаешь, на что? На этот блокпост я нашел. Давай. Блин. Скажешь, как пойдешь. Пошел. Наверное, плохо летаю, что, блин. Пора оттуда. А чуть не нормально выйдет. Брось. Медолет. Давай я попробую. Так, вроде все нормально. Да, пошел. Все, так и не починили вот эту фигню, да, что сервера не отображают. А, это надо это, зайти сначала, полетать в простом редакторе, или как он называется. А, потом появится, да? Да. Я понял. И что, ты заходишь, да? Да, появляется, просто надо в несколько раз зайти, подождать. Я сейчас зашел, сидел, ничего не было. Потом... Блин, и я тоже. Перевожу на ракету. Я тоже закажу. Покажем другой блокпост, Миш. Я тогда на этот буду работать. Я ракетами полугасу. Сколько надо ракет? Я все выплевываю. Убил. Лучше сразу все выплевываем. Ай, красиво. О, да, вроде горит.
пулеметами дорабатываем чуть-чуть. Да, полет. И отходим опять. Полюхи я что-то и не вижу. Да. О, а, блин. Машина есть, стало нет. Так, ребятки, вопрос по бомбам по всему. Смотрите, внизу речах single auto. Что это такое? Режим пуска ракет. Что значит single, что значит авто? Сингл это одиночный, авто это залп. И все легко убить, да? Залп, да. Да вот я тоже посмотрел, из-за тебя летел. Ты пойдем за бомбами, за ракетами? Ну да. Да, 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 я понял. А бомба вниз, правильно? Бомбы. Давай, остановись, надо на втором доме, я в тебя безжоюсь. Ага. Миша, а что значит watch traum? Там по две, сразу две и по одной можно брать. И плюс взрыватели на бомбы набежали. Слушай, вот еще эти бункера остались. Их, наверное, не возьмут. О, машинка, машинка. Вот смотри, где дым. Стоит машинка на дороге, обычная. По-моему, там убито все. Нет, нет, вот а прям ты... где нашел, дым. Нашел, давай. Взрыватели завести. Тебе... Да? Мне неудобно, разворачиваться надо. А вы где? По мне стрельба. Кто? Не знаю, бункер что? А, вон, все, нашел. Около дымящегося бункера там стоит СДКФЗ. Сейчас отработаю. Ой, тебе в лоб кто-то шел. Это мустанг. Что, уехал, что ли? Ага. Да. Захожу на эту, на стреляющуюся. 232. Так, это бункер первый. Вот где взрыв был. Ага. А, по тебе. Машину, захожу, захожу, захожу. Машинку или куда? А, ты, я понял. Сапсан. А. Привет. Я не знаю, я всех спрашивал, все молчат. Мы думали сам. Слышишь, это Сапсан, смотри, а трейн и босс, в чем разница трейн? Вот, по одной и по две. Отходим, Миш? А, я понял. Я походу тебя слева. Да, да, вижу тебя, подхожу. Идем за бомбу? Да, 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 да. А, блять, хуйня заткнется. Вот зря они так сделали. Это шутка. Не вовремя прям включается. Слушай, а смотри, взвод бомб или вверх, или вниз переключать? Вниз. Арм. Как же никого ломишь? Ага. Зашел. Вставай. Да, вижу. Ой, да, не туда. По привычке не туда, не тот аэродром. Так, 2700, если что. Да что, может 3000 дадим, быстро уйдем? Да, давай, да. Дал. Дал. Если вверх, то это выключатель, это агентура, который управляет. Ага. Это они, я так понял, приготовили для Вьетнама, да? Дымы, дымы, для кровотажа дымы. Мы сейчас садимся, ты что можешь с нами прилететь? А я взлетел, сейчас взлетел, давайте подожду. А, знаешь, что, подходи. Там за штанами. За штаны. Мы сейчас сядем, загрузимся и полетим. Я понял, понял. Ну, я понял. Вот это рядом со штанами аэродром. Да, да, да. А, слышишь, Андрюх, клевер. Да, да, да. Ну, что я тебе могу сказать, можешь даже на 1080 титаниум не копить, и 1070 титаниум, я думаю, выше крыши хватит. А я ни на что не коплю. Ага. Ты же Орел хочешь взять... Я вам говорил, что хочу брать. О, я хочу, я много чего хочу. Это зависит от разрешения, надо смотреть. На какое разрешение ориентируешься? Ну, 10-80, на Full HD, я думаю, вполне хватит. На Full HD, я вон летаю на 10-70, у меня все прекрасно. Да-да-да, ну... Обычно, а на Титаниум еще лучше будет. Ну, я Титаниум взял и... Я монитор себе хочу и видео. Где ты в копейку отрываешься? Что-что? Отрываешься, да, в копейку. 3000 дал. А знаешь почему? Потому что тот, кто первый летит, он не дергается лишний раз, а тот, кто сзади, он чуть сюда, и так по чуть-чуть, да. Да, да, да. Вот я сейчас вообще не трогаюсь, триммернулся и лечу ровненько.
Скорость 305 где-то. Да. Ой, так, убавляю. А то что-то уже садиться надо. Я уже снижаться, да. А, поставил я, ребятки, взыхнил, посмотрел, полетал. И удалил. Это не просто полный пиздец, это, блядь, полный анус, блядь. Да ты чё? Слышал, да. Андрюх? Трёх. Да, что? Ты слышал? Про БЗФ. Ты слышал, да? Нет? Вот, так, слушай. Чек, закрылки полные. Три 37-х засадил в Эмиля, и только после третьего попадания он развалился, блядь. 37-й снаряд, нихуя себе. Там от попадания даже фюзеляж его должно было разорвать, блядь. А ему нихера, блядь, бетонный, блядь. А тут 25. Разорвать, не разорвать, но будет он дальше бы нормально не смог. Ну 3 37-х я ему сандалил. 3. А там после одного попадания, чтобы все трассы порвало бы. Конечно. Да, просто разговаривают я. Да, да, да. Так, вы сели, ребятки? Садимся, заходим. Самый ближний, что нам пьют. Да, да, да. Так, 20 надув, а то что-то быстро иду. В прошлый раз вроде на правый садились, вон на тот, на 2 часа, который. Нет, вроде на тот, мне так кажется. Вы до штанов? Нет, за. Ну, в смысле, на... За штанами от нас. Понял. От дыма до штанов. Ну раньше на нем взлетали постоянно, да? Сейчас с него перестали взлетать с этого аэродрома. Не, он, по-моему, такой не взлетает. Так, 25-20 играю. Сам огромный аэродром за штанами, который. Если от нас летит, он перед штанами. А если от врага. Ты нас видишь, может, стоять. Я сейчас никого здесь не вижу. Мы, ну, вот сейчас на торце. Наверное, мы не за те аэродромы говорим. Наверное, если я сейчас лечу, это за штанами будет. Да. Да, да, да. А, ну, значит, тогда, если сразу же на полосе два мусанга. Да, ну, мы съедем. Мы сейчас съедем. Да. Или влево куда? Я налево, а то вдруг я пересеку, да, да, сейчас тебе. Да, и да, ты да, ж. Просто сейчас отъедем в торец, чтобы взлетать, да, да, побольше было времени. А то что-то в прошлый раз я это очканул. Так, закрылки убираю. Ну вот почти торец, нормально. Все, срулил. Так, надо на паркинг брейк поставить. Поставил. Заправляемся, тридцатник. Да. ВПУшка надо не забыть. И бомбы, бомбы. Так, закрылки поднять. Топливный бак. Это свой, да, пролетел здесь? Нашел, значит. Испужались, да? Так, топливный бак левый, главный. Да, тридцатник. Так, на 1000 оборотов оставлю, чтобы охлаждение было, иначе мы опять перегреемся. Так, что еще хотел? А, 3000 поставить РПО. А, и забыл на посадке отключить этот гироскутер. Я его тоже не трогал. Ну, лучше трогать. Да, надо кнопки назначить, а мне приходится до клавиатуры тянуться, поэтому я забываю. Начнут лучше давать были. Да. Да, будешь вот выключать.
О, сейчас стрельну ему в лицо прям. Ты из нашей, конечно. А он прям в прицел у меня это, развернулся через прицел. Сейчас я вам туда подарок скину обоим, блин. Теперь, значит, надо, знаешь, что, стрелять по одной ракете. Там выборочно. Там... А ты попадешь? Нет. Попробуем. Или сразу. Там теперь танки будут. Ну, можно по одной. Давай по одной попробуем. Смотрите уроки. Так, у тебя бомбы висят, у меня не знаю. Аналогично. Да. Так, ракеты. Ага, ракеты сбросились. Переключаю на трейн тогда сразу. Да, поставлю на трейн, чтобы по одной попробовать. Ну это где ботх? Ну, ракеты, где выбираешь? Там влево ботх обе, а справа трейн по одной. Парк брейк, где ручник. Где ты бомбы включал? Где рокетс, понимаешь? Только вниз, вправо-лево. А, вон куда. Сначала бомбы? Трейн по одной. Ну да, да, сначала бомбы. Ну что, поехали? Возвращаемся. Да, да, готов-то. Топливо нормально. Блин, не снял, фига сторону. Как синхронно. Вальсируем. Снимай дальнюю. Принял. Я первый? Или ты? Ну, как... ну, смотри, давай ты. А ну-ка, успейте от моих бомб убежать. Нет, не взрывайтесь там. Сразу. Так, побежали? Да, давай. Что-то... Хулиган. Блин, я боевые не выпустил. Отрыв. Я слева. Ну, от далеко отъехали, нормально времени было для разгона. Просто я что-то это опухнулся, там педалями отлавливал. Непонятно. Вот у тебя в прошлый раз тоже за мной летел. Да, вроде спутки нет, а почему? Я пытался тебя в окно видеть, из-за этого у меня суета началась. Может быть. Ты шасси-то убери. Ты чё? Вроде нажимал. Не убрались? Да. Нет. А чё за хер? Ты лампочки посмотри. Не убираются. А может ты на посадке их сломал? Давайте отстрелюсь. Да, да, могу. Да давай стрелим. Ну, чё, да, с шоссями не получится. Выбрасываю всё. Вау, 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 пошли, пошли, пошли. Это чё, бомбочки, да? Да, да, да. Да, взорвались, взорвались. Чё, на ремонт, да, Миш? Не, выйдите, наверное. Блин, ну так неинтересно, господи. Пойдем вдвоем. Ну, ладно, 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 ладно. Хорошо, хорошо, да, 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 пошли. А я пока там появлюсь сейчас. Пока прилечу сюда. Блин, вроде все нормально, что у меня поломались. Погнул, короче, все ноги. Миша, какие режимы сейчас у тебя? 2700. А? 2700. Мы всегда ходим на 2700. Ну, только боевой 3000 есть. Ну, когда срываем еще цепочку, которая 67 тебе дает надув. А в основном всегда на 2700 летаем. Ну, 2700. А, 2700, а надув?
Ну, там по умолчанию я не говорю, потому что и так понятно, что 46. Если другой, ну то есть 30-40, какой-то не 46, то его озвучивают. Ну то есть у тебя даже справа табличка есть с режимами, Engine Limitation называется. Там на 2700 прописано, что 46. Mm-hmm. Это круиз, по-моему, да? А, Max Continuous. Да. Круиз там будет 400. Да-да-да. Ну, я давно ее не смотрел. Max Continuous, то есть сколько угодно можно на этом режиме летать. Поэтому 46, ну, 2700. По-русски. Что-что? Крейсер по-русски. 2700 на 46, 50 минут, я так понял. Я бы сказал, наверное, номинальный это режим. А что написано 50? Max 50. А, максимум 50. Ты меня видишь? Да, 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 да. Я справа снизу. Вижу. Так, включаю сигналку. Первую бомбу будем бросать, да? Я по одной, да, на в трейн взвел. Ну, тоже на трейн взвел. Бомбы две вниз опустить, ну, два переключателя. Да, да, взрыватели, да, вар. А вот это вот что такое? The play in. Это ракета. Это ты взрыватели, то есть получается. Взрыватель ракет. Сразу или с задержкой? А задержку выставляешь ресетом, да? Нет, ресет это какая ракета? Контроль количества ракет. А, подожди, контроль количества ракет, которые сразу выпускаешь? Нет, или... сколько у тебя осталось? У меня что-то пишет одна ракета, а я за я нет, заправил. Это не осталось. Это, то есть сейчас пойдет первая ракета. Когда будешь стрелять, они будут увеличиваться. А, я понял. О, наконец-то этот звонок заткнулся. Блин, это где? Это меньше тысячи. Ну, ты просто раньше его включил, поэтому... А я набирал высоту. Ну, к сожалению. А ты громкость сможешь его отрегулировать, господи. Слушай, смотри, Миш, это у нас спереди база, правильно, от 120 до сюда 30. Да. Это дальность слева. Да. Сколько база у мессера, знаешь? Ну, 10. Сколько? Поставь 30-ник. 30. Я в самый край. Ну, вообще там то ли 35, то ли 37, ты, господи, там погрешность небольшая. Подожди, а как 25? У меня вот 30, 30 и 120, и все. Вот 30. А. Это самое минимальное. 35 чуть-чуть в сторону, влево. А, по умолчанию стоит 30. А дальность там так, внимание, на 2 часа цели, надо будет эти тигры, танки и бункера мочить. Mm-hmm. Сейчас чуть-чуть наберу высоты. Так, работаем правым. Ну просто, чтобы после, если заходишь, всегда правым. Так хоть это, шанс, что в лоб зайдем меньше. Попробую, знаешь что? Да, господи. Вон есть танчики. Ближайший танчик попробую снять. Там тигренок, по-моему. Я давно не кидал. Да я вообще на нем не кидал, блин. Я вот хочу сейчас попробовать, как он будет кидать. Пошел. Давай. Посмотри, куда ты пойдешь. Блин. Нет, отбой. Фигово зашел. Вверх ухожу. Я их что-то не вижу здесь.
на дороге. Ты за мной пошел? Ну да, вот, да, я за тобой. Где? Где, собственно, дымы, там. И горят, да. Они. Да, там на это. Ну, видно на площадь, скажем, ну, так, понятно. На зеленке. Такие одиночные стоят танчики. Захожу. Пошла первая. Ты по одной, что ли? Да. Блин, ну это такой промазал, перелет, да. Да. Надо тренироваться. Я сейчас по тому же тигренку буду кидать. А, я понимаю. Блин. Ну давай, давай, давай. Привет, привет. Блин, сам сказал правым, а работаю левым, балбес. Так, 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 я помог. Блин, я себе что-то перебил, наверное, взрывом. Ну да. Все. Все, я прилетел, Миша. При попадании попадили с мыслью. Да, не про время летел. Нет. Ты просто редко попадал, наверное. Да, нет. Постоянно летели. Да. Искр не было. Блин. Я прилетел, да. Да, недавно. Короче, да. Все недолет, в общем, было. А ракета? Мы что говорили? Сейчас ракетами. Искр, блин, не сделали. Там прям при контакте, когда пуля попадает, то кто-то ракетами работает. Это я. Мне просто жопа, я решил отработать. Угу. Попал? Наверное. Оно все там сгоревшее. Все, я падаю. А видать, бомба и зацепила взрывом. Да, надо повыше выходить. Тут же контактный взрыватель. Угу. Я расслабился, произносил. Кто там же? Не знаю, вроде попал, что ли. И... Слушай, угрохал, по-моему, тигренка. Ты же долго не взлета, не? А, ну сейчас отработаю пушкой, пулеметами по этому заправке. Там какой-то цистерна закопана, и сразу ухожу. Я на 3000 тогда возврат. Блин, цистерна что-то пушкой, ну, пулеметами не берется. Все, возврат. 3000. Куда мне идти? К, Лети, не, куда же лети, я сейчас пока зачу заднего, пока. Угу, я понял. Сейчас я к вам подтянусь. Я еще не взлетал, ты где? Леш, ты уже вылезал? Нет, нет, я разбился, сейчас буду взлетать. Ну пока рано еще. Да я пока долечу. Возьми топливо 30-ник, загрузись бомбами. Я 40 взял, сейчас 40. Бомбами загрузился. Так, наверное, придется приборные панели делать все. А вот для самолета. То есть, чтобы взглядом не смотреть, а... Да, 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 на приборке сразу переключила все. Стрелочные не буду делать, я сделал кнопку переключателя. Если два монитора есть, то можно выкрутиться. Зачем мне интереснее приборы сделать? А, в этот, да, согласен. Кордонвиль, это где-то у нас. Да. А, это за штанами. За штанами это вот где, мы, где мы садились, Олег. Там немец. Ну, пока на том. Да, там, там бой, там бой. Ну, секунд 30-60 где-то. Да, там бой, слушай. Я тогда сейчас это поучаствую. А я не взлетаю, не взлетаю. Слушай, там кто-то кого-то гонит, пойду посмотрю. Главное, живым останься, а то сейчас опять взлетать придется далеко как мы. Ну это, наверное, немец уходит. Сейчас я запустил. Судя по тому, что я вижу, это немец уходит. Да, его мустанг гонит. Тогда я не вписываюсь, я на посадку. Да, там же я уже.
поэтому. Принял. А если я выруливаю? Олег, ты сейчас выруливаешь, да? Да, да, да. Слева, да? Да, да. Подожди, сейчас он перезарядит меня. Картоха вредна для здоровья, скажешь. Сегодня по телеку про сало. Какое оно полезное, говорили. Сало полезное? Ну-ка поподробнее. Мне это нужно. Они говорят, теперь сам. Ну что, взлетали? Не, наоборот, да, полезное. Это там, блядь, и без них знаем. Но раньше вообще вредное. Вообще, да, то есть куча статей, что оно вредное. Сказали, что еще... Давай, давай, Олег. Я побежал. Люди раньше ели, блядь, мясо и сало чистое, блядь, без всякой химии. По 100 лет жили, блядь. Слушай, этих врачей вообще не слушаю. Они что удобно, то и говорят. То курить говорили полезно, то еще какую-нибудь херню придумают. Если врач говорит, что выпивать полезно, это мудак, а не врач. Отрыв? Для каких дозок? Нет, не важно, в любых дозах. Он пользы не приносит. Алкоголь, что курево, да, это зло. Алкоголь окисляет очень сильно, блин, этот самый, кровь саму. А при окислении крови происходит сгущение эритроцитов. Почему пьяные замерзают? А если у тебя PH опускается до 6 в крови, то у тебя есть вероятность словить инфаркт и инсульт. Ну, это мудак, знаешь, советовал, потому что после инфаркта тебе лучше выпивать содовой воды, чем алкоголя. Потому что содовая разжижает кровь. Жесть, вот что-то посадки пошли. Олег, я лечу сзади тебя сейчас в правый пилинг встану. В журнале здоровья рекомендую. Я должен объяснить. Правильно. Каждый летает по-своему. У меня одноклассник учился в МИДе. Там у них был пресс-профессор. Давай отправляйся, мы уже выйдем. С мировым именем. Так он, блядь, без стаканяки, блядь, ни одну операцию не делал, блядь. Виртуозный врач был. Жень, ты летаешь? Нет. Я настраиваю самолет. Мы все летаем. А там что, сейчас опять у вас это, закат, да, будет, Олег? Я смотрю. Ну да, собирались. Высотища. Посмотри на часы. А где часы? Ёпта, блядь, часы еще не знаешь, где у там. Да вот прямо перед лицом, блин. Прямо перед мордой. Кто ты назад смотришь? Я назад не смотрю. Но оно время не попадает просто. Я со стрима смотрю, ты часы как будто полез искать назад смотришь. Да, я смотрел на Алексея. У меня крайний, я кушать пойду. Я схитрил, пока там что мили, а я в это время трескал. Блин, я что-то не пересчитал пельмешки, меня, наверное, обманули опять. Блядь, меня постоянно с пельмешками обманывают. Как в анекдоте, да? Вот? Суки, представляю, сколько вы себе. А, да. Так, филд на 11, да, вот этот? Лёш. Стоишь? Всё. Филд, вот этот, который на 11? Ну, наверное. Чек, да, заправили, да, да, руление. Давай, я вас вижу. Подожди. Идете. Кучно идете. Миша, у тебя тени вообще выключены, да? Да, FPS падают, ну нафиг. Я просто в картинке смотрю, пою. Я просто, когда на персидский зашел, когда 15 FPS словил, я послал в ЖЖ. А у тебя какая карточка, Мих? Титан. 1080, да?
титан. А, стоп, я понял, титан. А подожди, там же несколько титанов было раньше. Первый. Последний? Это не тот филд. Я у вас слева. Под вами, я перед вами. Это не тебя бьют? Нет, я взлетаю перед вами. Не, он взлетает. А вот смотри, чуть дальше бьют кого-то. Здесь давай, бьют, нашего взлетай, взлетающего расстреливай. Нашего бьют. Пойдем помогать, нет? Вы с ракетами, ты чё, блин? У нас трое. У нас за трое. Ну, поехали. Ракетами по ним стреляйте прямо в воздух. Миш, после взлета налево, Миш. Хорошо. 30, 60. По нему фил стреляет. Вижу, вижу его. Ну чё, с бомбами туда летим? Ну, мы троём, чё бояться. Ну, правильно, хорошо. На нас идет, смотри. Ага. Опа. Что такое? Упал. Я по... Ох, хорошо. Ну, блин. Зачем мы сюда шли на него? На по курсу. Там около дыма война. Так. Нет. Олега я потерял. А, видишь, тебя, наверное, ты в сторону цели ушел, да? Ты правее, да, доворачивай. Ну не, мне левее получилось. А, ты правее доворачиваешь, все вижу. Вау! У меня двигло встало. Походу. Ну как не прогретые? Может быть из-за того, что я долго летал? А, может быть, да. Ну что, мы туда пойдем или что? Или ты будешь ремонтироваться? Да. Ну все, я кушать, господи. А, давай. Леш, подходи ко мне. Ставлю 27. Давай, я за тобой, Лех, потому что я не знаю, где цель находится. Ага. Так, где ты тут пролетел? Сейчас я тебе салют дам. Какую цель не вижу. А, вот. Так, а что за стрельба? Иди. Это Миш там стреляет. Наверное, по мне долбит, что ли. И ты стреляешь? Да. А, блин, напугал. Там какой-то прям взрыв на филде. Это я. Это все я. Ты гоняешь, Миш? Да. К вам кто-то это полетел. Мустанг, по-моему. Ну, это Леша за мной. Над тобой пролетелся. Все, пошел. А ну, Олег, крыльями, мотыльни лево-право.